Здравствуйте, друзья, с вами снова Ила Май. Я хочу вам сегодня рассказать о тех людям, которые я посылаю возможности, мои возможности, вернее, возможности моих инструментов, которые у меня есть, продвигать бизнес. И люди мне отвечают: спасибо, у меня есть мой проект, и он прекрасный. Вот, и всегда я пишу: а как вы его продвигаете? В основном я получаю ответ: Skype. Да, то есть живем голосом. И вот мой вопрос к вам: сколько, с какими количествами людей можно говорить в течение дня, и подходит ли это как-то дупликации? То есть, может быть, вы лидер, вы любите говорить по телефону, а как насчет вашей сети? То есть, сколько можно говорить по скайпу? Я, например, не могу, хоть я, моя профессия говорить, я коучер, я не могу. И это также не дупликация. Есть сегодня новое выражение, может быть, кто-то из вас не знает, но я хочу подчеркнуть. Есть такое выражение, которое называется вирусный маркетинг. То есть по тем словам, допустим, тут написано реклама продвижения вашего бизнеса, есть кто-то на белом свете, да, который пишет в интернете: хочу рекламу, инструмент для рекламы продвижения моего бизнеса. И вот, когда вы посылаете эту вашу идею, наш инструмент, который называется Рубафон, он связывает вас и тех людей, которые ищут этого, без того, что вы днем и ночью говорите по телефону. Это да, что это занимает день, два, может быть, неделю, две, но через это время приходят к вам те люди, которые вас искали. Это могут быть 10 человек, это могут быть 20 человек, и это может быть миллион. И поэтому этот бизнес может быть прекрасен и для MLM, это может быть прекрасно и для любого бизнеса, может быть у вас ресторан, вот тут слева написано, продвижение, гаджеты, продукты, товары, одежда, обувь, украшения, аксессуары, кафе, клубы. По-любому вирусный маркетинг – это инструмент 21 века, это инструмент сегодняшний, это инструмент, который надо перейти на него, потому что это тот инструмент, который вам принесет и много-много всего того, что вы голосом не сможете этого достичь никогда. Это просто надо идти со временем. Итак, я вам показываю мой инструмент – Рубафон. Все просто. Инструмент для продвижения любого бизнеса и MLM. В чем заключается прелесть этого инструмента? Очень-очень простая. Так как я вам уже сказал, вирусный маркетинг. Тут вы даете сообщение вашего бизнеса, вот, желательно продумать каждое слово, то есть всех взять с компании, которые там продумано каждое слово для того, чтобы создать вирусный маркетинг, да, и у нас тоже есть, это мне дано с компании, вот, и мы нажимаем, здесь у нас наши ссылки, да, и вот смотрите, какое чудо, я посылаю на Facebook, да, посылаю на Facebook. Иду на Facebook. Вот. Вот это то, что я послала только что. И заметьте, что здесь нету ни одной ссылки. То есть Facebook не может найти эту ссылку и заблокировать. У меня лично есть пару ссылок, которые я сделала сайты в разных инструментах, которые можно сделать сайты. Сайты шикарные. И Facebook их не разрешает. И не могла их продвигать. А сегодня я могу. Я следующий ролик сделаю при вас, как я продвигаю свои личные. У меня есть инструменты. Я фотограф, у меня есть фотографии, у меня есть идеи, у меня есть коучинги. И не могла их продвигать из-за того, что Facebook не мог, не хотел по какой-то причине продвигать эти ссылки и блокировал их. Так вот, неизвестно ли Facebook понравятся ваши ссылки или нет. Желательно, чтобы они были легальными, понятно. Вот. И вот так мы продвигаем. В эту секунду начался вирусный маркетинг. В эту секунду, как вы послали, начался вирусный маркетинг. То есть система, вся система, Google, Facebook, и наш инструмент Рубафон начали работать для вас. То есть вы можете не говорить с людьми больше. И смотрите, какая прелесть. Я иду на свой сайт. Я иду на свой сайт, свой кабинет. И нажимаю на пользователей. И посмотрите, все эти люди пришли на вирусном маркетинге.
Если вы посмотрите мои прошлые ролики, тут записалось там 1-2 человека, сегодня уже больше. Вот видите, записываются постепенно, понимают это. Появилась уже вторая страница, да? Вот, сегодня вот только что пришел, да? Может быть, кто-то увидит, да? Понимаете, у меня лично вот это мои баннеры, да, которые я посылаю, вот этот новый родился, да, я посылаю, я продвигаю тренинги, да, и тоже тренинги профессионала. Не хотел Facebook продвигать, не хотел разрушать эти ссылки. Сегодня я могу сделать это абсолютно спокойно. Но самое главное, что я хочу вам, когда вы увидите этот ролик, пожалуйста, не говорите, у меня есть свой бизнес, потому что я вам послала для того, чтобы продвигать ваш бизнес. Это инструмент для продвижения вашего бизнеса. Вот поэтому я здесь написала, секундочку, я зайду сюда, чтобы вам показать. Поэтому я сделала такой вот баннер, вот он, вот, что, может быть, у вас есть таланты, может быть, вы мама и папа молодые, что вы не спите, вам нужно больше денег, может быть, вы студент, у которого есть какие-то идеи, сетевик, лидер, пенсионер, бизнесмен, вы просто можете зайти сюда, подписаться под реферальной ссылкой, которую вы увидите под баннером. Смотрите, человек приходит, допустим, я возвратилась в Facebook, приходит, увидела это, вам это понравилось, да, вы нажимаете, и вы возвращаетесь сюда. И посмотрите, как это красиво выглядит. И посмотрите, здесь все написано. И также можно продвигать это сюда таким же образом. И есть все ссылки. И записываться можно просто, тут есть реферальная ссылка, и каждый человек, который к вам приходит, неважно в каком вы бизнесе, он может записаться и под вашу компанию, которую вы рекламируете, и под этот сервис. То есть вы будете в два раза больше иметь возможности зарабатывать. А у нас сервис имеет очень хорошую партнерскую программу, где вы можете до 7 уровней получать пассивные доходы, пассивные, потому что люди будут заходить к вам пассивно. И еще разные 10 различных бонусов. Поэтому я сделала вот такой вот ролик красивый, да, что абсолютно для каждого, неважно какой у вас бизнес, как вы только заходите сюда, да, вас никогда Facebook и другие сетевые компании не заблокируют, никто вас не заблокирует больше, и люди к вам будут приходить на автопилоте. Или в этот бизнес, или в ваш бизнес. В любом случае количество клиентов у вас возрастет. И не важно, чем вы занимаетесь, или вы держите ресторан, или вы посылаете одежду, или вы не в MLM, или вы да в MLM, или вы в партнерке, или вы не в партнерке. Так что записывайтесь, друзья, и, пожалуйста, не отвечайте мне, что вам это не надо, потому что это всем надо. Нам нужна реклама, нам нужны клиенты, нам нужно время, нам нужно красиво проводить время, нам надо быть с детьми, нам надо путешествовать, нам надо все. И не сидеть все время возле интернета и кому-то что-то рассказывать. Да? Всего вам хорошего, я желаю вам богатства, и смотрите другие мои ролики, и под этим роликом будет ссылка, как записываться, и все, давайте начинать. Это большой бизнес, которому абсолютно, абсолютно, абсолютно всем надо. Вы со мной согласитесь. Я надеюсь, что в этом ролике вы это поняли. Желаю вам счастья, всего хорошего. С вами была Ила Май, и жду вас в партнерах. До встречи.